Сразу несколько угольных отвалов сошло в районе Краснополья. Чтобы обойти их все, нам понадобилось порядка 40 минут. Проблема в том, что отвалы, они перекрыли реку Желтую, которая впадает в Углегорку. Вот мы сейчас дошли до реки Желтой, она до отвала. То есть вода здесь уже, уровень воды значительно повысился, и местные жители логично предполагают, что через некоторое время воды станет столько, что она начнет топить вот эту долину. Вода уже вот скопилась, ее очень хорошо видно. И сейчас эта вода ищет выход, и, соответственно, она вся... Вот она вся пошла в лес. Снес деревья, завалил реку, завалил всю долину. Это отвал Солнцевского разреза. Засасывает, и в некоторых местах есть возможность уйти. Мама меня засасывает просто, меня засасывает просто, не выбраться, я не могу достать сапог, там мой сапог остался, я не могу его достать. Это что-то очень страшное. И, судя по всему, вот это все пойдет в Углегорку рано или поздно. Два отвала, второй и третий сошли. На каком-то отвале, я точно не знаю, у них было еще хранение топливного материала. Но я думаю, наверное, тоже ушло этот материал. И это считается вообще большая трагедия. Они должны принимать меры, загонять сюда технику, бульдозера, экскаваторы. Но пока мисс еще, с сегодняшнего дня, ни одного бульдозера, ни одного нет, хотя представители их уже, три машины приезжало, просто смотрят и уезжают. Конечно, затопит. Сколько миллионов кубов воды придет за сутки, вода не уходит, она копится там. До перевала 20 километров, вот эта площадь, если заполнится, и Углегорск снесет.